Всем привет! Я предполагаю, из названия ролика вы уже догадались, то есть что-то произошло, и вы не ошиблись. Сегодня на рынке покупал килограмм огурчиков. Они у нас стоят 11 гривен. Продавщице я дал двадцатку и на сдачу попросил вот такие железные монетки, гривночки. И вот что у нас получилось. 2001 год, 2005, еще 01, 03, 01, 06. Еще 2006. И, ребятушки, самое-самое интересное, самое желанное, это 1995 год, 1 гривна. Я пришел домой, пересмотрел, и счастью не было предела просто. Если вы еще не знаете, какие редкие монеты Украины, я напишу под этим роликом список, и вы будете в курсе. Рекомендую сфотографировать его и перебирать монетки ваши. Также рекомендую на сдачу просить вот такие железные гривночки. Тем самым вы увеличите шансы вот на такие редкие монеты. Наконец-то улыбнулась удача. 95-й год. Еще, кстати, важная информация. Если на гурте год не совпадает, вот то, что на монетке, допустим, здесь какой-то был бы другой год, цена монеты вырастает в разы, потому что это брак и очень ценный. Поэтому также смотрите то, что на гурте. Если не совпадение, а тогда вам еще крупнее повезло. Цена этой монеты по Украине составляет, если вот в таком обиходном состоянии, то есть она была 400-600 гривен. То есть можно выставлять в интернет, и если найдется покупатель, то он у вас ее купит, и уже будете самостоятельно договариваться. Вот такая вот она замечательная просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!